Так, нам все-таки нужно как-то проникнуть на склад. Вот оно. Так, проникнуть на склад. Джеймс! Кем он там сказал говорить? С Джеймсом. Какого черта? Мы пошли с Джеймсом к маяку, чтобы просигналить его фонарем сигнал СОС. Но там что-то не то с электричеством. Маркус отправился проверять трансформаторы, от которых запитан маяк. Но так и не вернулся. Кто-то должен выяснить, что с ним случилось, и попытаться пустить ток. С тобой они не могут сделать то, что с нами. Может, ты нам поможешь? Ну, я попробую. Скотина, вымогатель. Отлично. Трансформаторы находятся в северной части золотых бунгало. Если ты сможешь восстановить электроснабжение, я пущу тебя на склад. Меня, кстати, зовут Дарвин. Туземец ты, а не Дарвин, скотина. Ты еще и еврей долбанный. Лишь бы поторговаться после конца света, урод, блин. Ладно. Мыло, вот. Отмойся, блин. Скотина тупая. Ладно. Эй, иди в задницу. Куда же я дел эту хрень? На тачке пилить придется. По всей видимости. Открывай, открывай, открывай. Та-та-та-та. 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 Оп. Оп. Блин, я мимо зомби промахиваюсь. Что это за... Вот так вот надо ездить. Хорошо отлетел. Дальше. Чувствую, я так до дома доеду сейчас, до первого. Блин, куда мне все время говорят ехать-то, а? Так. Как посмотреть назад? Окей. Никак так никак. Могли бы так и сказать. Где-то я эту картинку уже видел. И тебя я где-то видел. Я думаю, так ты будешь хоть немножко отличаться от остальных. Тут опять громило, ну ладно. Сейчас по ногам тебе. Твою налево в бассейн меня с кровищей. Сквозь текстур пустил. Куда я? Не надо так со мной поступать. Эта хрень почти совсем негодная. Фак, беги. Негодная, говоришь? Бошки только так рвет. Он говорит, что он чемпион. Что за... Черт. Да что за... Что здесь вообще происходит? Парень, пока ты застрял в лестнице, нужно бы попить энергетиков. Но где они? Вот в чем вопрос. Есть тут что-нибудь, что излечит мою тушу? Эппа! Ха-ха-ха! Отдай обратно. Давайте поразвлекаемся. А ну-ка. На! Вау! 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 Вот это прикольно. Спасибо, что подсказали мне, что надо выучить эту херню. Крутая штука. Так. Мог бы замочить целую армию этой фигней. Ну ладно. Я думаю, у нас еще будет шанс. Так. Нам говорят, куда-то... пройти. Не вставай, парень, не вставай. Это было зря.
Так. И ты тоже не утруждай себя. Зарубание с задницы в слоу-мо, это интересно. Чувствую, сейчас на меня накинутся пару десятков зомби. Ну да. Так оно и есть, в принципе. Пам-пам-пам-пам. Я с вами говорю. Уберите их от меня. Можно ли как-нибудь запас выносливости увеличить? Черт! Ты тоже жердей, который может сбивать с ног. Это мне не нравится. Я разозлился, парень. Ай, красота какая. Я сказал, красота. Уберите их от меня! Так. Стойте, стойте, стойте! Вы куда? Чё? Меня зовут Маркус. Я как раз налаживал этот кусок говна, когда вдруг словно ниоткуда появились эти твари. Попробуйте восстановить работу второго трансформатора, пока я налаживаю этот. Идите. Ага. То ты кусок говна налаживаешь, то трансформатор. Тебя не поймешь. Я починил бы с удовольствием что-нибудь из этого, но... Негде. 131 метр мне переться, непонятно куда. Хорошо. Так, мы вышли на дорогу, и вот тачка. Надеюсь, мы выйдем обратно. Та-та-та-пам! Ну что, парень, попал ты! Попал ты! Не надо на меня покушаться своими крюками. О, блин. Оп! А вот эти уже помощнее парни будут. Они, видимо, с ног умеют сбивать. Это, знаете, неприятно. Когда ты в центре толпы из зомби, и тебя с ног вдруг кто-то, блин, сбивает. Да падай ты уже. И ты тоже, пожалуйста, сделай так же, как первый, чувак. Не мешай мне грабить трупы. Получи по торсу своему тупому. Так. Угу. Окей. 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 Блин, закончилось. У меня труба кончилась. Труба кончилась. Блин, не режет нифига. Тоже, блин, уже изношенный слишком. Так, нужна бейсбольная бита. На то, что это уже поломанная. Давайте что-нибудь найдем. Например, 13 долларов. Неожиданно, да? Так. Та-та-та-та-та-та. Пороемся в мусоре, найдем магнитик. А, ненавижу идти куда-то вниз. Какую-то темную херню. Давай, ломай уже, блин, два. Давай, давай. Давай, ломай. Так, так, так. Что еще? Вот. Посмотреть люк. Точно не помешает. Еще что-то? Так, что еще включить? Вот здесь вот и последнюю штуку вот здесь вот. Отлично. Так. Странно, что на сигнализацию сглазил. Сглазил, 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 сглазил! Сглазил! Да блин, хватит! Странно, что только двое. Ну ладно.
Блин, мне нужны энергетики. С этим ничего не поделаешь. О. Тебе-то что надо? Может, отвлечешься, а? Дай попить! Странно, они как-то с лестницы, видимо, шею сломали, что ли, когда упали. Тут не предусмотришь вообще ничего, кто как сдохнет. Тормоза пипец просто. Так, видать, это от процессора все-таки зависит. Двухъядерник, видимо, для записи не очень подходит. Так, почему это я не могу? Ага. Давайте выбьем дверь и посмотрим, что там интересного. Хотя я сомневаюсь, что там что-то интересное. Испытание завершено, гость на вечеринке. Типа, обкрасить все, что можно. Так. Черт, тут владельцы дома, видимо, где-то рядом. Что это? Персональный пропуск. Что-нибудь дельное? Пропуск, ладно. Потом, если не забуду, почитаю, что это такое. А к чему он вообще нужен? А сейчас пока не буду. Так. Возвращаемся к машине. Видимо. Или куда этот долбанный маячок указывает? Или что? Куда вообще? А, нужно вернуться к этому. Охлобыстину, блин. Нормально подлетел. Конечно, с такой афро башка перевесила. Долбанная отдышка, что ж ты так... Ну давай, что ты мне скажешь. Кусок хорошо, говна налажен? Все работает. Идите, передайте Дарвину хорошую весть. Я останусь здесь на тот случай, если вылетят пробки, когда вы подключите питание маяка. Это вам. Спасибо за помощь. Окей. Возвращаемся. А тут что было? О! Не заметил. Тяжелый латунный кастет утоляющий. Возьмем. Хочу с кастетом так. Хоп-хоп. Посмотрим, что он нам даст такого веселого. Блин. Что плохо он, плохо. Где дорога-то? Где выход на дорогу? Давай, беги. Фух. Так. Давай. Оу. Долбаный. Выбей стекло. Долбаные трупы, раскиданные по дороге, а? Что вы все ходите не по правилам дорожного? Может быть, опять не выговорил это слово, ну и ладно, черт с ним. Зато задавил зомби в отместку. Так. Хватит валяться на дороге и других предметах общественной езды. Так. Открывай! Отворяй, блин, ворота. Я въеду, пожалуй, немножко. Так. Куда же я дел эту хрень? Хрень? Хрен его знает, куда ты дел эту хрень. Подойдите поближе. Чё-то. Если вы мне принесете хоть немного еды, я буду очень благодарен. Принесите мне еды, и я вам отдам все, что у меня есть. Ты наркоман. Да. Поторопитесь. Может, вы что-нибудь найдете? Нет, сначала я буду выполнять то, что я выполняю.
Потому что я уже почти выполнил. А, черт, в эфире.